От традиции к тренду. Уникальные творения карельских ремесленников могут вписаться в любой современный интерьер. Пример тому – пространство медиацентра «Выход», в котором открылся дизайн-маркет. Медиацентр «Выход» на все лето превратился в квартиру-студию. Здесь вы можете увидеть изделия лучших карельских мастеров, представить, как они будут жить у вас дома, и приобрести понравившиеся изделия. Эти салфетки, панно и пледы впишутся в любой современный интерьер. Представленный текстиль – дело рук Дарьи Березиной, петрозаводского художника-дизайнера. Такие чудеса она делает уже 16 лет. Я так понимаю, что вот эту подушку делали вы, собственно. Да, да. Скажите, сколько времени уходит на создание такого произведения искусства? Признаюсь честно, на моих скоростях и с моим опытом немного времени уходит на эту подушку. Но, тем не менее, техника очень интересная. Начинается все с прорисовки рисунка и грунтовки рам. Эта подушка выполнена в технике шелкографии. По словам Дарьи, эта выставка интересна не только возможностью продемонстрировать публике свои творения, но и посмотреть, как они будут сочетаться в одном интерьере с уникальными работами других мастеров. А вот лично для себя из работ других мастеров что-то присмотрели? Вот хотели бы иметь? Да, я хочу украшения, я хочу посуду, я хочу игрушки своему ребенку. Собственно говоря, я все хочу. Вещицы карельских ремесленников уместны в прихожей, на кухне, в столовой, гостиной и даже в детской. Малышам наверняка понравятся мягкие деревянные игрушки, а дамам – авторские украшения и красивая посуда. Очень представлено много керамики, которая каждая заслуживает, чтобы хотя бы ее подержали в руках и посмотрели, какая это, потому что ручной труд, когда вы берете в руку чашку, да, или плошку, то потом уже очень сложно отпустить, ну, каждая кружка может найти себе хозяина. Выставка «Карельские ремесла в интерьере» продлится до 31 августа. Алена Сенти, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс».